Это бумага. Это даже не бумага, это что? Это салфетка. Причем двойная, для двойной безопасности. Это предлагают нам одеть на кассе, да? Ну это вот в продаже. Для нищих, да? У кого нету денег, нам те должны так пить. Да. Одеть этот вот. А можно у вас спросить, как этой штучкой пользоваться? Можете показать? Вот это что такое? Можете показать, как пользоваться? Это ваша маска, я не буду трогать. Это ваша средство. Нет, мы возьмем другую. Покажите, как пользоваться. Либо возьмите другую. Как я на себе буду показывать? Я не буду снимать маску. Вы должны взять просто здесь инструкции его. Нету, к сожалению. Это прорези для ушей. Вы надеваете это просто. Покажите. И все. Я не буду снимать свою маску, чтобы надеть. Я не имею права находиться без маски. Кого-нибудь пригласите, кто покажет, как этим пользоваться. Мне просто интересно, я первый раз такое вижу. Главное, что вы купили. Что такое? Как пользоваться? Расскажите, женщина. А что так пользоваться? Ну, видите, тут две дырки. Так. Вот, берете вот так и вот так. Красота. Ой, Аллах не просто открывался. Все запомнили? Да. За ваш счет про... Ваша видеоинструкция будет в Ютубе. Правда? Спасибо вам большое. Люди будут знать теперь, как пользоваться вот этими тряпочками, или как их называть. Ну, это такая одноразовая маска. Понятно. Понимаете, вы ее одели, походили на улицу. А вы можете сказать, почему как бы вы и люди другие тоже носят маски на подбородке? Вообще цель какая этой маски? Дышать нечем. Ну, понятно. Задышаемся. Нет, я понимаю, что дышать нечем. Зачем ее вообще носить? Тут у вас преет нет вот под маской? Да, ведь даже бывает видео. Так снимите ее. Пойдите нашему начальству, скажите. Да? Да. Заставляю? А заставляю. Кошмар. Ну, вот я вот тут кому не подхожу, вот. Все работники сидят без маски, ну, стоят без маски, правильно? Вот она в маске. Ну как, ну в маске? Ну так. У вас все органы дыхания открыты, и нос, и рот, и все. А у вас не открыто. Улыбаетесь, все прекрасно. Люди по магазину без маски ходят, а на кассе почему-то одевают. Зачем? Да, ну, молодой человек сказать. Стоит тоже. Ну, а потому что маски следить, вообще-то, угу. Я вот даже видео у нас показывали по нашим гостям, угу. Вы мурманчане, нет? Да, я мурманчан. Вот, показывали. Оштрафовали, знаете, как прыгают до потолка, не нравится. А зачем тогда ввели масочные? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И правильно делают. Правильно делают? Правильно. Сидят в автобусе, все в масках. Я тоже езжу без маски в автобусе. А почему? Ну, потому что я не хочу маску одевать. И вам не советую, иммунитет ваш подрывает. Я понимаю, вы не советуете, но у нас же есть умные люди, которые нам не советуют. Я не могу их назвать умными, поверьте. Ну, я в кавычках ставлю. Ну, а я без кавычек, прямо говорю. Понимаете, вот. Тот человек, который надел на вас маску и на других людей, это не умный человек, это небольшого ума. Дело в том, что с вами они не будут спорить. А со мной они вообще спорят. Бабка, быстро заплати штраф и все. С этим я с вами соглашусь. С этим соглашусь. Как говорится, ну, зол выбирает меньше. Они на сильных боятся поднимать там руку и там чего угодно. А со слабых они, да, готовы. Я только видел. Классный волки. Володя, подойди. Виноваты в том, что получится. Проводите на нашу. Мы сейчас послушаем, запечатлим. Не, ну здесь просто я даже не говорила, мне начали хамить сзади. Почему хамить? Я не знаю почему. Почему хамить? Если положено. Нет, ничего мне не сказали. Даже если она не защищает. Если положено, даже если мне не трудно ее одеть. А мне трудно, это унижение достоинства. Какого? О чем вы? Ну, у вас нету достоинства, да? У вас нет, нам нечего. Так, а почему вы связываете ношение маски с ущемлением вашего достоинства? Я не понимаю. А вы не связываете, да? Нет, конечно. То есть вам, если скажут мне на голову трусы одеть, вы оденете, да? Знаете? Главное, чтобы был нормативный документ, правильно? Которого нет, кстати. Ну, это, понятно, что нет, они же не читали этого. Конечно, все же дураки были вас. Ну, я такого вроде не говорил, вы сами об этом говорите. Ну, вы, конечно, самые умные, все в масках, а вы вот у нас. Я вам открою секрет, я не все. И
да. Ну, конечно, вы особенный. Я особенный, да. Ну, так вы особенные, да. Идите гуляйте по улице. Ну, я сам решу, как мне. Ну, вы же здесь стоите, мы вас защищаем, мы носим. Вы меня защищаете? Конечно. Спасибо, не нуждаюсь в такой защите, да. Особенно маска, в вашем лице. Потому что я одеваю маску, значит, я вас... Носите вот, хоть химзащиту. Хоть химзащиту. Никто же не говорит вам, одевать, не одевать. Кстати, да, должна быть не маска, а... Средство индивидуальной защиты. Индивидуальный, слово индивидуальный присутствует. Ну, это не вот эта вот вещь, которая у вас на бороде, на подбородке. У вас гигиеническая маска от пыли, пыльцы там и тому подобное. Ну, не от вирусов, женщина. Ну, вы вирусы. Я вам советую выбросить ваш зомбоящик. Вы, чтобы мне советовать, должны иметь профильное образование по вирусологии. Садишься. Мне не продают чай. Предмет первый не продают. Женщина, а что вы это раньше времени? Я вам еще раз говорю, я без маски не буду обслуживать. Можете снимать, можете не снимать. А как вас зовут? Я вас сделаю популярным. Сделайте меня популярной. Бейдж покажите. Сейчас. Может, еще что-нибудь показать? Нет, больше не надо, женщина. Ну, я понимаю, что есть желание показать, но мне не надо. У меня желания нет вам что показывать. Нет, ну тогда бейджик покажите. Нет, не покажу. А что такое? Стесняетесь? Если вы без маски, пожалуйста, касса самообслуживания. Я слышу, слышу. Сейчас я пробегу. А в чем разница? Касса самообслуживания, либо вы? Мы без масок не пробегаем. Мы хотим у красивой обслужиться. Это ваша проблема. Хотите, так хотите. У вас. Вы поняли намек? Нет? Нет, я про не вас поняла. Вам не сказал. Как вас? Я вам еще раз говорю, что мы без масок не обслуживаем. Как вас зовут, говорю? Не вижу. Я смотрю, вам заняться нечем, да? Покажите. Отойдите, пожалуйста, от меня без маски. Как вас зовут? Без маски отойдите от меня, пожалуйста. Как вас зовут? Без маски уйдите от меня, пожалуйста. Куда мне уйти? Вот куда-нибудь туда. Как вас зовут? Бенджи, покажите. Женщина. Ну прям прячете. А позовите руководителя магазина. Позови что вы такое? Вы тут шепчете что-то? Нет, я продаюсь кислот. Позовите руководителя. Какой цели? А? Какой цели? Пообщаться. Узнать, на каком основании отказывают принять оплату за товар. Ты там не бубни, говорю, руководителя позови. Разбубнился. Жует, стоит салфетку свою. Ну, обязательно. Да, что в итоге? А в итоге я оставила, конечно. Зачем мне в этом магазине выручку делать? Все правильно. Выручку не делаем, все уходим. Есть нормальные магазины, где можно купить и нет. Мы сюда придем с другой целью. Просрочку вы поищем чуть позже.